Всем привет, ребят, вы на канале Пипиксель, с вами, как всегда, Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем импостера из Among Us. Он будет крутым, он будет классным, и его просто легко нарисовать, очень просто. А также, ребята, если вы хотите больше пикселярта, заходите на мой второй канал Пипиксель, там я, смотрите, скоро выйдет вот такой видосик, как нарисовать вот эти, и уже вышел вот этот видосик, так что обязательно ставьте лукасы, заходите и смотрите все мои видосики. Посмотрите, какие прикольные импостеры, ой, или эти игроки со своими животными, в общем. Заходите, обязательно смотрите, ну а мы приступаем к новому видосику, к новому творению, так сказать. Поехали. Это импостер, еще раз повторяюсь, то есть убитый игрок уже, который мертвый, уже все с ним, в конце концов, сметы. В общем, ребята, он у нас будет занимать целых 10 клеточек по горизонтали и 13 по вертикали, поэтому мы погнали скорее-ка. Быстрее, 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 быстрее. Почему бы до сих пор это не делаем? В общем, берем черный цвет и поехали. Ставим здесь 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, я перескочил, то есть вот здесь вот надо остановиться. Раз, два, три, четыре, пять. Все, все правильно. Здесь мы добавляем еще одну клеточку, тоже стопроцентную. И здесь мы добавляем еще одну клеточку, тоже стопроцентную. Тут добавляем вот так вот одну еще клеточку, на всякий случай. И знаете что? Мы еще поставим, наверное, отсюда вот так вот две клеточки поставили здесь. Ну и здесь можно все это дело, в принципе, уже соединить. Оно нам не будет сильно мешать. Да, ребята, если вы вдруг за мной не будете успевать, то всегда нажимайте на паузу, дорисовывайте, а потом продолжайте рисовать вместе со мной, окей? Договорились? Окей, ребята, тут ставим раз, два, три. Сразу три клеточки делаем, типа такой вот хаос. Зачем я так сказал? Зачем я так сказал? Так, ставим так. Теперь мы добавляем вот тут вот одну клеточку всего лишь. И в бок у нас пойдет прямо вот отсюда вот сразу же 6 клеток. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот так вот 6 клеточек, ребята. Без суда и следствия. Ставим прям. Тут мы добавляем всего лишь одну клеточку. И наверх у нас пойдет сразу же 8 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 клеточек поставили. 8 клеточек вот так вот закрашиваем, естественно. Тут мы добавляем всего лишь в бок 3 клетки. Вот так вот. Раз, два, три. Да. Я вам серьезно говорю. Здесь мы добавляем всего лишь одну клетку. Вот здесь вот сверху. Здесь мы добавляем тоже одну клетку. И здесь соединяем так, двумя клеточками, так сказать. Тут добавляем 2 клеточки на низ. Здесь добавляем раз, два, три. 3 клеточки. Теперь нам предстоит его разукрасить. Берем и голубой цвет. И сразу же закрашиваем ему. Вот тут вот только 2 клеточки белые отставляем, чтобы случайно не зайти. Тут закрашиваем, и теперь мы берем с вами красный фламинго, красный цвет, да, давайте-ка его и возьмем, и закрасим здесь вот эту часть, и вот эту оставшуюся часть, вот так вот хорошенечко. И у нас получился вот такой вот крутой классный импостер, выглядит он просто классно и необычно, также вы можете его разукрасить в разных крутотейших цветах, обязательно ставьте лукасы, если вам понравилось, ну на этом все, ребята, всем пока, и до скорой встречи, всем пока, ребята, всем пока.